которые помогли. Мы сегодня помогли 100 семей, детям, которые попали в простую, непростую жизнь. Благодарны всем, спасибо за поддержку. Считаем, что такая традиция будет всегда поддержана нижегородцами. И отныне хоккейным, как и футбольный матч, теперь будет состояться ежегодно на территории нижегородцев. Очень точно мы... Я думаю, что это очень правильно. И самое главное, что результат этого матча, помимо того, что мы помогли, это то, что помогли дети, ребята, которые сегодня играли, показали большую любовь к хоккею. Это наше будущее, играть и в следующем поколении мы должны пройти такие традиционные матчи.